Суд признал обоснованными расходы МРСК «Сибири». Правда, сумма иска при этом уменьшилась в десятки раз с 500 000 рублей до 40 миллионов. Напомню, на излишние траты энергетикам указывала областная прокуратура. По мнению сотрудников надзорного ведомства, энергетическая компания незаконно включила в тариф расходы на зарубежные командировки, спартакиады, консультации, а также содержание управленческого аппарата. Московские эксперты нашли обоснование лишь последним двум пунктам. В ответ представители МРСК стали настаивать сначала на проведении повторной экспертизы, потом на очередном переносе заседания и, в конце концов, даже на отводе судьи. Однако вновь отсрочить решение суда не удалось. Экспертным заключением не в полном объеме подтвердились выводы региональной энергетической комиссии. Определенные расходы были признаны обоснованными. Сумма, естественно, в десятки раз менее той суммы, что заявлено было административным истцом. Это более 40 миллионов рублей в